Всем привет, мои дорогие друзья, с вами Роман. Видео создано в ознакомительных целях, не является призывом к каким-либо действиям. Я никогда ни в коем случае ничего не рекламирую, никого ни к чему не принуждаю. Я только рассказываю, где зарабатываю, даю информацию и не более того. Сейчас хочу рассказать о таком проекте, как Liquid. Почему я решил сегодня именно записать ролик? Это будет очень интересный ролик, смотрите его, пожалуйста, до конца. Также буду очень благодарен, если напишите какой-нибудь хороший комментарий, как у вас там дела, как давно вы в проекте, поставите лайки. Вот, все выплаты тоже вы можете смотреть на моем новостном телеграм-канале. Он на английском, но там все понятно. Все ссылочки будут под видео. Итак, первое, почему я решил записать ролик. Самая основная причина, это я хочу выразить благодарность Ликвиду. Почему? Потому что я тут уже заработал, ну, очень-очень много. Я еще нигде столько, можно сказать, ну, не зарабатывал за такой короткий период времени. И тут несколько основных факторов. Смотрите, первый фактор, то, что проект исполняет все, как говорит. Тут нету такого, то, что говорят одно, а делают другое. И у проекта есть очень много таких вот завистников, есть много таких вот, как хейтеры их называют, говорили, компания схлопнется, очень много рекламы брали, все кругом шумели, говорили, говорят, да, в эту субботу точно уже все. Потом смотрю, выплаты приходят, все отлично. Потом на следующей, значит, неделе запущен был конкурс на 10 айфонов и автомобиль. Все говорят, а, ну все, в эту субботу уже все. Но в субботу, в эту вот, то, что была эта суббота, выплаты приходили еще быстрее. Выплаты приходили вообще за 5 минут, за час. Все хейтеры вот эти, которые говорили, они такие, все, все, уже не знают, что сказать. Вот эти все, которые там пророки были, которые там предвидцы, вот все совсем поменялось. Поэтому сейчас что хочу рассказать. Это, конечно, не отменяет риски. Вот, но тем не менее, мы видим то, что проект справляется. Все то, что говорят на АМА-сессиях, все происходит, и также дружная АМА-сессия, дружный чат. Кстати, на данный момент записи ролика в чате больше 3000 человек, там уже 3,5 почти. И все-таки, если пройдет конкурс, он у нас 15 марта, до 15 марта конкурс, кто сделает депозит 300 плюс USDT, тот становится автоматом розыгрышей автомобиля и 10 айфонов. Вот такая вот у них как бы сейчас проходит лотерея. Также у них в мою уже как бы запланирована встреча с форумом, там договоренности всякие, с ярмарка. Поэтому посмотрим, как оно будет. Вот, и смотрите, что еще. До 15 марта как бы вот этот вот конкурс там сейчас проходит. Я думаю, то, что если человек получит машину, люди получат айфончики, то, возможно, будут и следующие конкурсы. Почему я так думаю? Ну, потому что уже были конкурсы на лидеров, выигрывали айфоны и так далее. Как бы все было как бы хорошо, поэтому я думаю, почему нет. Думаю, конкурсы постоянно такие будут и дальше. Это как бы такое вот мое видение. Вот, вы можете с ним как согласиться, так и нет. Если я что-то не так говорю, пишите свои комментарии. Как я говорю, это только мои мысли. Вот, теперь давайте дальше опустимся по проекту. Что у нас еще есть интересного? Интересная у нас партнерская программа и интересная у нас процентная ставка. Процентная ставка 1-3% в сутки, только по рабочим дням. В праздники и выходные начислений нет. Дальше, выплаты только по субботам, но ваша реферальная программа и выплата депозита в любой день. Если, к примеру, вам срочно нужна денежка, тут как бы каждый сам решает, сколько ему выводить. Он может частично вывести депозит, можно всю сумму вывести. То турборежим 10% на снятие, приходят денежка в течение 2-3 часов. Если вам нужно не так срочно, то это 5% комиссия, и это 3 дня. Если прям совсем горит, вот это турборежим, ну 10%. Ну, либо без комиссии ждать неделю свой депозит. Еще очень такая, как бы, хорошая функция, я считаю. Так, быстренько пробежались, партнерская программа, тут нужно сделать обороты, тут все у нас линии активируются при оборотах, вот это мы все разобрали. Дальше у нас есть еще помимо партнерской реферальная система, это мы получаем доход от дохода, то, что люди выводят. И, кстати, я выводил отсюда довольно-таки крупные суммы. Там и я постоянно, как бы, каждый день вывожу партнерочку. У меня уже оборот более 15 тысяч долларов. Конечно, кто-то там выходит, кто-то заново заходит. Оборот постоянно вот так вот растет. Но партнерочка приходит, и я вывожу ее каждый день. Ну, а крупные выплаты публикую на канале. Когда уже там по субботам, когда вывожу и доход с дохода, и с депозита. Поэтому можете все ознакомиться. Так, также у нас тут есть сложные проценты, реинвесты. В общем, как ему поступать? Либо же сложные проценты делать, либо же это все дело там
к примеру, сделать депозит, там часть депозита вывести, либо же сложными процентами играть, тем самым больше доход, но больше риски. Как бы тут все каждый решает сам. Пишите свои мнения, пишите свои комментарии. На данный момент мы наблюдаем такую ситуацию, то, что проект отлично платит и развивается. Как будет ситуация дальше идти, будем все смотреть. Изучайте мой новостной телеграм-канал, если хотите быть в курсе всех событий. Ну и вам побольше профита, друзья. Никогда не забывайте о рисках в таких проектах. Риски в любых проектах есть, в любых инвестициях. Поэтому только свободные средства, которые не жалко потерять. И вам побольше заработков. Ну и до новых встреч.